Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Опять же написано Эстония. Опять же написано Электрик. Понять, что здесь невозможно. Взрываем пакетик. И смотрим, здесь у нас ручки. Больше ничего здесь нет. Вот такие вот разноцветные ручки. Или карандаши, как они там правильно называются. Что это такое? Карандаш, скорее всего. Пишет как карандаш, по крайней мере. Так, стоимость этого барахла, не помню уже сколько. Стоит эта мелочь, ну, по-моему, там около доллара или что. Дата отправки 18 июня. Сегодня 13. Вот несложно догадаться, сколько оно сюда добиралось. Заказ был сделан на сайте GearBest. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.